Сейчас мы проверим, какой чай вкуснее, из самовара или из чайника. Для этого мы берем две одинаковые чашки, наливаем в них одинаковую заварку. Потому что там, где есть современные технологии, это обязательно предусматривает в большей или меньшей степени отраву. А кипяток в одну наливаем из самовара. Настоящий хлеб можно испечь только в обычной печи. А в другую из чайника. Или в магазинах это то, что придумали проклятые ученые, чтобы травить нас как крыс. И зовем независимого любителя чая. И поэтому на заводах это невозможно делать. Там обязательно используется химия. А мне пофиг. Это собакам давать нельзя даже, не то что людям. А мне пофиг. Одинаково. На вкус чая влияет заварка. И чаю абсолютно пофиг, каким способом был нагрет кипяток. Передаю привет Герману Стерлигову, который считает, что принципиально важно, чем нагревать воду. Дровами или электричеством? Типа дровами лучше. И сообщаю, что мне на его мнение пофиг, так же, как ему лично на меня пофиг.